Пикет против прокурорского произвола возле стен областной прокуратуры начался еще накануне 11 марта. Простояв весь день возле надзорного ведомства, участники митинга решили по домам не расходиться, а ночевать на Пушкинской. В автобусах, специально подогнанных для этого одним из активистов протеста. Мы ночевали вот здесь, вот прямо под видеокамерой. Здесь было подогнано два автобуса. Мы зарегистрировали митинг. С сегодняшнего дня этот митинг объявлен бесструковым. Зарегистрирован официально в горсовете. Митингующие протестуют против вопиющих фактов нарушения законности различными правоохранительными ведомствами. Пикетчики уверены в том, что они являются жертвами прокурорского произвола. Непосредственно у нас претензии к прокуратуре Одесской области, потому что именно они, а непосредственно руководство прокуратуры Одесской области, порушивают наши права. По словам пикетчиков, накануне им удалось пообщаться с представителями прокуратуры. Людям пообещали в течение 15 дней изучить все материалы и жалобы. Однако расходиться одесситы не согласны. Пикетировать прокуратуру, по словам граждан, они будут до тех пор, пока не увидят реальных действий в решении своих проблем.